Когда свирепствует смерть. Кого забрал к себе Господь? Когда чума не щадит никого. Это казнь Господня за грехи наши. Есть только одно место. Там, куда мы идем, люди превратились в зверей. Демоны и чернокнижники — не выдумка. Где до сих пор идет пир. До вас разве не дошли вести о чуме? Только вести дошли. Но так ли оно безопасно? Ты здесь умрешь. Черная смерть. 11 ноября в 19:00. Премьера на Еврокино.